И всем привет, с вами я, Курай 21, как всегда, на связи я, Куноск. Извиняюсь за отсутствие роликов по Куноску, и в том числе в предыдущий видеоролик по Куноску, который я снимал про поликлинику номер 8 и про пожарную часть, там меня занялось в основном 12 минут, но я потом выяснил, что у меня был выключен микрофон, поэтому я перезаписываю этот ролик. И перед просмотром данного видеоролика я решил, как сказать, проанонсировать один проект, как у нас хрен. Это вы сейчас увидите, вот. Сейчас ведется строительство дома по типу общежития, ну, типа общага. Ну, я решил выбрать решил построить около Куанского профессионального училища. Подумал, что в большинстве случаев общежития строят рядом с зданиями высшего учебного заведения, то есть типа вузы, училища, типа ты университеты, институты и так далее. В основном в этих местах и строят. Сейчас я строю такой общежитие необычного типа. Видео, которое сейчас вы видите, я в основном просто скопировал, делаю наподобие своего челябинского варианта, который в основном располагается на улице Гагарина, энергетиков. Именно в этих районах и стоят такие дома, но в большинстве случаев они располагаются на улице Гагарина. Это в Челябинске, если что. Ну, собственно, давайте мы перейдем к обзору пожарной части номер 4. Так, тут у нас комната отдыха пожарника. Тут у нас кровати, столы, диваны, книжки, освещение. Так, тут у нас гараж. Вот. Всего два входа, один здесь, другой тут, то есть со столовки. Тут у нас различные полочки, типа, тут у нас разные запчасти, детали для машины. Да, тут у нас начальник части. Такой вот кабинет, такой вот стандартный. Стол с креслом, проигрыватели. Горшок с цветочком, верстак, ну и диванчик. Стандартный склад, тут различные специальная одежда для пожарных, это различные противогазы. И столовка для работников пожарной части. Ну и отсюда уже проход в гараж. Непредвиденный случай. Так, следующее, друзья, следующее обновление, это касаемо. Это уже на Старфорской улице. Это, можно сказать, только жилой дом серии 1447. Ну и поликлиника номер 8, пристроена там же. Так вот. Что касаемо жилых домов в серии 1447 в городе Куновске. Они на самом деле здесь, но в большинстве случаев их в большом количестве это Куновская модификация, то есть модификация придумана в Куновске. Это вот мы пролетели, тут вот зоомагазин был добавлен. Вот как раз не хватало. Добавили. Ну, в смысле, я добавил. Хотя, чё я парюсь? Это же сервер, как у нас. Ладно, пофиг. Вот, совсем чуть-чуть осталось вон. Вот здесь, во. Да, я всего две хрущевки добавил вот здесь, в данной серии. В одной из них я сделал поликлинику, вот так вот выглядит снаружи, то есть эмблема стандартная, красный крестик. Ну,
основном, в большинстве случаев, приблизительно в 90% случаев, наверное, познаваемый знак медика — это красный крестик. Снаружи выкрылся это здание. Тут у нас такая вот регистратура обслуживается, такая вот регистратура вышла, но потом там мало места. Обычно регистратура не влезла, просто добавил. Тут решил добавить автоматы. Так, тут же стандартные кабинеты, ну тут же сиденья, стол, книжка и все. Я в основном не подписывал, типа, какой врач, просто прописал номер кабинета. Тут почти практически то же самое, вот, то же ощущение. Ну, коридор, ну, знаете ли, просто, вот, не знаю, то ли сырой, то ли фиг знает что, но... Сырой, то есть, я имею в виду пустой такой. Что за кислотный коктейль, автомат. Кабинеты одинаковые, поэтому мы можем смело пойти. Ну что ж, на этом могу завершить ролик. Но перед тем, как я окончательно завершу этот ролик, я могу рассказать свои объявления. Первое объявление — это в том, что я создал свой ресурс-пак. Называется ресурс-пак от MSKY. Пока что версия 1.0, то есть изменил только буквы шерсти, то есть красная, желтая, зеленая, голубая, синяя. Могу продемонстрировать. Вот. Вот что касаемо стекла, вот я хотел заменить стекло, но... Только вот только в инвентаре заменилось, а вот... Вот здесь только вот осталось там... Ну, типа сглажено, но... Типа без рамок. Хотя я хотел с рамками поставить, но... Но что-то не сработало, к сожалению. Вот что-то не сработало. Поэтому вот, поэтому я, возможно, сделаю обновление. Апгрейд этого... Ресурс пака до версии 1.1, и возможно заменю стекла, изменю кое-какие блоки, в частности, до конца доведу дело шерсти, изменю некоторые, возможно, изменю блоки, например, кирпичный блок, вот, например, блоки кирпичной плиты. Ну и качество дополнения, то есть помимо шерсти были заменены ковры. Ну, то есть некоторые ковры. Да, они шерстяные, а вы что подумали? Ладно, Руф, но на самом деле, когда я заменил блок именно шерсть, то есть первые 5 блоков, то вместе с этим заменить также и кровати. В смысле, не кровати, а ковры. Но это только... Это только... Мне только на руку. Ну и, собственно, друзья, если хотите получить этот ресурс пак, то пишите, не стесняйтесь писать мне в ВКонтакте или в Дискорде, и, возможно, я скину вам этот ресурс пак вам в личку. Пока что я не перевожу ресурс пак на, так сказать, на публичное, я пока что создал ссылку на скачивание, правда, пока что неизвестно, когда выйдет она. Ну, я обязательно пропишу вам в разделе сообщества. Вот в этом разделе там будет, возможно, ссылка на скачивание ресурс пака. Ну и, собственно говоря, новости насчет него. И второе объявление, друзья, это касаемо Курска. То есть я задался вопросом, создавать ли проспект Гагарина. Ну, место было только одно, к сожалению. Это на юге города, на перекрестке улицы Зюганова и Медузовского шоссе. Сейчас мы туда полетим с вами.
Вот, мы находимся вот здесь, и вот здесь приблизительно может появиться проспект Гагарина. Но я посчитал, можно сказать, как нерентабельно, поскольку я не планировал создавать новый район на юге города. То есть в планах создать новый район не было. То есть, пока что в Иконской только три района, то есть Ральчековский, Сосуновский и Леопольдовский. Возможно, я сделаю небольшое изменение, и, возможно, появится Валдайский. То есть, это в районе курорта Водолей. Ладно, возможно. Ну и, собственно, создавать новый район или нет. В общем, если хотите, чтобы я создал этот район, то пишите плюсик в комментариях. Если не хотите, чтобы образовался новый район на юге города, то пишите минус. Ну, или я просто создам опрос в разделе сообщества. Ну, собственно, на этом у меня объявления закончились, собственно, как и ролик. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а также заглядывайте на мою группу ВК. Ну и также не забывайте заглядывать ко мне в Дискорде, там тоже много чего интересного. Всем удачи, всем пока.